Правда, в изюме-то, да? За изюмом. Ну, в лес. В лес берем. Да. Да. Ну, я туда больше. Я туда больше не пойду. Почему? Ба, у нас отропы осталось, 26 человек. А было сколько? Почти 90. Не буду я больше контракты подписывать. Да нахер он нужен? А вы что, на год подписали контракт? Чему на год? На 3 месяца, ба, мне полтора месяца осталось. Спецназ, одно слово, спецназ. Зашли, они вчера мы-то, блядь, 2 дня там просидели и проночевали. Спецназ зашел, пиздюлей за час получил и убежали нам. Вот тебе и спецназ весь. Не хочу больше быть в пехоте. Надоело. Ну. Психика ломается, блядь. Уже и ночью снятся эти трупаки, блядь, в пизду. Ну. Наебали нас деньгами. Вот тебе и государство. Это адвокат, что глядела ваши эти вот контракты. И сказала, это Фишкина бумажка, что они им за какой-то год, говорит, за 2007 подсунули, что это, говорит, за бумажка такая? Это контракты, это не контракты, говорит, а говно.